От Кстова до Дальнего Константинова и до трассы Нижний Новгород-Саратов. 28 километров дороги ремонтируется в Нижегородской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На этот участок выделено более 370 миллионов рублей. Сейчас работы идут полным ходом. На данный момент выполнено около 20%. Здесь будет двухслойное покрытие. Нижний слой из пористой асфальтобетонной смеси, верхний слой из щебеночной смеси. Также по контракту по завершению ремонта будет нанесена разметка из светоотражающего термопластика. В настоящее время отфрезеровано порядка 20% участка и происходит укладка выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси. Подход на самом деле к ремонту автомобильных дорог должен быть достаточно систематичен. И если включать в план работ, то субъективно, да, на личный мой взгляд, участок либо от одного значимого населенного пункта до второго, либо дорога абсолютно целиком, то есть 100%. Напомним, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, основные контракты на ремонт дорог в этом году по нацпроекту МКАД были заключены до конца 2019 года. Программа регионального проекта на этот год включает в себя 195 участков, общей протяженностью 881 километр. До 2024 года планируется провести в нормативное состояние около 5200 километров автомобильных дорог. Артемий Катков и Валерий Шакуров. Время новостей.